Международный форум «Сбережение человечества как императив устойчивого развития» продолжает свою работу. Форум собрал послов ряда стран при ЮНЕСКО. Более 40 экспертов высокого уровня с разных уголков планеты. На заседании в Казанской ратуше президентом Татарстана Рустамом Миннихановым было заявлено, что от республики подана заявка на включение острова Градосвиярск в список объектов всемирного культурного наследия в следующем году. Нами подана заявка на включение в список в следующем году уникальных православных объектов острова Градосвиярск. Все эти объекты являются достоянием человечества и составляют богатство и разнообразие мировой цивилизации. Как было отмечено на форуме, современные ценности – это не что иное, как результат большой работы, который способен определить глобальные вызовы существованию человечества. Ответственность за эти вызовы, несомненно, лежит в том числе на образовании и науке. Рассматривая такие проблемы академически, Казанский федеральный также выступает в роли дипломата, способного найти способы их решения. Нам кажется, что на будущее мы можем ориентироваться на то, чтобы с Казанским университетом установить регулярные связи и самому ЮНЕСКО, и нашей комиссии по делам ЮНЕСКО. И мы с уважаемым ректором, профессором Гафуровым, договорились, что в течение этой осени рассмотрим вопрос о том, чтобы Казанский федеральный университет был бы одним из университетов, членов Российского совета по международным делам. Большое внимание спикеры уделили религиозным и национальным вопросам, растущей ксенофобии, национальной нетерпимости и многому другому. Для борьбы с этим необходимо объединить мировой опыт национальностей и культур. И вполне возможно, Россия и Татарстан послужат хорошим примером для многих регионов мира. Аделя Мухаметшина, Руслан Уразаев, Универньюз.